Сейчас, дай время. Сима жонглёр. В локальное время. Прервалась связочка. Динамо же ничего не отыграл. О, да? Как было? Было. Одно из ключевых – быстро мыслить. С этого у нас будет ритм игры. Когда или с глубины в штрафную вылетаете, или остаетесь в позиции для создания условий для ударов со средней дистанции. Все, пошли. Слав, сделайте двойку вы. Игорь, поднимись в восьмерку, Игорь. Нет, нет, в своих коридорах, в своих. Что расскажешь? Ничего, они нам пасик, мы им голик. То, что касается обороны, стараться, если мы в нижнем блоке, и мы готовы выдавить их туда. Они падают первые назад. То, что касается организации, быстрее мы в первом тайме получили за спину просто. После штрафных очень долго организовываемся. Я еще на 30 минут. Чем 30 минут? Да, 30 минут сейчас играю. Что расскажешь по первому тайму? Да ничего, нас прессинговали хорошо, но мы выходили, мне кажется, здорово. Нормальная команда, быстренько. Два гола хорошие забили. Играй, играй, играй! Кирюха, Кирюха! Молодец! Капитан на замене. Я кофту одел, забыл повязку. Там кто на поле? Петя там? Ветеран. Короче, на поле нет капитана, да, сейчас? Он рядом с полем. Или кто будет всех забирать? Илюх Петров. На рывках вот надо добавить. Вот человек прятан. На рывках, да, вот Заха всех больше. Рассказывай впечатления о матче. Слушай, ну хорошая игра. Соперник типичная команда из Узбекистана, техничный, небольшого роста, хорошо владеют, контролируют мяч. Вот. В первом тайме здорово Ислам сыграл, вытащил несколько эпизодов. Два хороших гола забили, и второй тайм тоже забили. Третий могли еще забить. В принципе, нормальный контрольный матч. Ну, расскажи о своем голе. Увидел свободную зону, вбежал. Кири здорово увидел меня. Хотя, я думаю, Кири не увидел, он не хотел мне давать. Петруха там сзади орал, дай Симе. И он не покатил. Сделал финт, убрал, забил. Не, ну залетело. Мог быть дубль. Мог быть несколько раз дубль, да, на добивание чуть не успел, пару раз еще плохо пробил поворотом. Нормально пойдет. Пока пойдет. Все, с победой. Спасибо, взаимно.